Да реально тут фат можно настроить за пару кликов, блядь, все. Начиная с того, что сразу, блядь, ограничить эсмиков, авиков, ладно, хай они таких оставляют. Сделать им засвет, блядь, самолета 6 км. Хай летает либо по засвету команды вообще, либо, блядь, не знаю, дрочит хуй просто. Я вот не помню, как раньше было, ребят. Кто помнит, как раньше было? Раньше самолеты случайно не с 8 км светили? По-моему, раньше у самолетов был ограниченный засвет, хотя я могу и ошибаться. Я вот не помню реально, могу ошибаться, я же, но по-моему раньше был засвет 8 км. Что тут делать? Вернуть эсминцам пробитие, ограничить до 3 эсминцев в бою, блядь. Сделать баланс по командам какой-никакой. Тут, блядь, делать на полчаса действий, грубо говоря. И не надо рисовать никакой новый интерфейс, ничего этого рисовать не надо, сидеть, блядь, 3 недели. Просто, блядь, пару сделать этих балансовых правок, скажем так, и все. И самое главное, блядь, перестать вводить вот эти корабли, а-ля Тандерер, а-ля Хуяндерер, а-ля Смоленск, блядь. Что-то они когда вводят этих, блядь, токсичных кораблей, они тоже не думают о том, что когда на Тандерере играют, чувак, им, конечно, да, весело, но против Тандерера играть уже не так весело становится. Я не помню Байслон, что в дымах светились с рабочим ПВО, если честно. И сразу, ну процент побед от игрока сильно не зависит, тут я согласен, но... При этом, если игрок играет на победу, у него 50% не будет. Вот так вот. То есть, как бы в некоторых боях можно влиять на победу. Так ни крути. Если, конечно, ты изначально заходишь в бой поиграть на дамажечку, просто подамажить, то... Какой там процент побед? Тогда он от тебя вот точно не зависит. Так Виталий Великий, ты видишь, из крайности в крайность прыгают, блядь, они эти РЛСки делают против эсминцев, потому что не могли сделать ограничение на 3 эсминца тупо. Все просили на 3 эсминца, они такие, не, мы вам сделаем на 4. Так 4 эсминца это то же самое, что и было по большому счету. Потому что раньше не было ограничения, а сейчас стало на 4. Да не жрю, они, блядь, много тупанули. Делов на 10 минут. Самое главное... Точнее, не самое главное, а самая проблема для них, что делов-то на 10 минут, а если они сделают эти дела, то они признают свою некомпетентность. Очень вся проблема. Они сразу пошли не по тому пути, блядь, последнее время. Я не знаю, кто им там пишет сценарий развития игры, но пошли они не по тому пути. Раньше играешь на линкоре, сука, эсми где-то затупил, у тебя хоть какой-то шанс есть его, блядь, казнить. А так, конечно, сделать, чтоб эсминца не пробивали с ПБ линкоры, блядь, нормально. А потом сделать, да, авиков, которые ебут эсминца в очко, просто, блядь, охуенно. 500 РЛС-ок наводить, потому что всем эсминцы надоели, а баланс тут сделать, блядь, на 3 эсминца никак, блядь, религия не позволяет. Я говорю, тут самая беда в том, что эти все проблемы, они, блядь, быстро решают, наверное. Вот программный код там чуть-чуть переписать на сервере, грубо говоря, 10 минут, 20, 30, все проблемы решены, блядь. Я всегда об этом говорил, что меня поражает то, что, блядь, решить проблемы по времени, блядь, вообще мизер, блядь, пару минут практически. А они вместо того, чтобы их решать, нас создавали столько новых проблем. Как и шоу, что они теперь скажут вот петушкам вот этим, которые, блядь, понакупали прям петушков, блядь. Что они теперь скажут по поводу нерва петушков, блядь. Там, если будут делать и т.д. и т.п. по поводу многих таких раскладов.
Видите, они все сами загнали, блядь, в угол, блядь, реально. Пик, ребят, загнали. Из него можно выйти только достаточно. Даже им по большому счету ничего не надо признавать, а просто включить дурака и делать нормальные обновления. И там, если кто-то даже будет что-то писать, что нахуй, тогда вы это все гальмо делали, не обращать на это внимания. И только один вопрос, сможет ли на это не обратить внимание их начальство, как говорится. Я вам на прошлом стриме, ну, когда пятница, я же говорил, что если там, допустим, провести этот, ну, собрать статистику ухода игроков, то вся эта статистика придет на их обновление галимое. И по статистике оказывается, что все поуходили из обновлений. И не потому, что там были какие-то хорошие обновления, а потому что они им просто не понравились. А потому что они были реально галимые, блядь. Чат не поспеваю сегодня читать, я, если честно. Весь в игре. Так не, ну надо же зарабатывать и сраша, как ты знаешь, перспективу, скажем так. То есть, грубо говоря, набить клиентов, которые будут носить деньги постоянно, а не единоразово. И заработать не за год, блять, это. Там, грубо говоря, заработали там за год там 10 тысяч баксов, блять, а если бы они этих обнов не делали, то они там заработали 8, но у них бы еще в перспективе было много лет, блять, и они бы еще много лет зарабатывали по 8, а так они заработали один раз 10, блять, и дальше будут зарабатывать там, грубо говоря, по 30 тысяч. Здорово, Макс. Это то же самое, как я работал продавцом, понимаешь, я мог втюхивать всем хуйню, говорить на любой фильм, блядь, что он самый прекрасный фильм, блядь. Ко мне бы люди потом перестали ходить, у меня бы не было постоянных клиентов и все. Я там где-то единомоментно бы сделал бы какую-то хорошую выручку, а в долгую перспективу, блядь, какой-то выручки не было в итоге. Даже как-то в долгую думать и планировать. Ну, не знаю, может, блядь, мне кажется, ну, мое мнение, что этой игры все-таки перспектива была, либо. Сейчас, конечно, вот я не исключаю, что уже даже никакие обновы не помогут. Не исключаю, но это надо все проверять уже, как говорится. У них просто получилось, видите, тупо, блядь. Вы все хотели новых админов, блядь, вся хуйня, мы вам дали новых админов, блядь. Ну никто, блядь, чё, я не могу который раз ремку прожать, у меня что-то с буквой О, она западает, походу. Уже сколько раз хватнул ремку, она не срабатывает и не срабатывает. Здорово, капитан Джек. Да не, не имба, что в нем имба. Ну разве что вот такие тут вот, заднеприводные. Конечно, имба, если что заднеприводные. А у них получилось увидеть, типа, мы выполнили ваше требование, вы вам хотели другую администрацию, все дела, то, что у другой администрации точно тот же путь. Работал, да, 3 года работал. И на мойке работал, и на стройке работал. У меня никогда не работал, блядь. И на заводе работал, и на предприятии работал, блядь, на линии. Вообще на предприятии хуйня, блядь, произошла. Начали что-то через завод отжимать, че шо. Ну там, короче, какие-то проблемы начались, но мы, правда, и работали там все неофициально. Без договоров, без нихера. Хотя предприятие хорошее, блядь. Швейцарская, блядь, техника, все дела, стеклопакеты делали. Практически полностью автоматизирован цикл, и, блядь, техника охуенная, блядь. Нас, блядь, кинули в итоге, блядь, на пол зарплаты. В конце, блядь, ну ладно, я ж там не один день работал, простил, скажем так.
Так а зачем Андрюха играть с этого? Из-за островов, блядь. Это из-за островов нюбы играть, потому что они же говорят, что ну как говорят, думают, что амеры так сильно ловят. Они действительно ловят, блядь. Если ездить бортом, ловят, нехуй делать. Ну если как-то играть хоть в манс, тут после щифанг, вы видите, восьмерки, тут можно сильно не париться, блядь. О, Вадик, Кирпис, кто тут еще был? И Бисмарк. Особо бояться некого, только дикой шары и все бояться стоит. Но я не играю как бы с раскладом, чтобы бояться шары, блядь. Шары я не боюсь. На то она и шары. Если постоянно бояться шары, то блядь, хули, чтобы добиться на базе и сидеть на базе. Так вот водитель. Я на ДМК работал, но один день, блядь, мне там не понравился коллектив. Я был в подрядчиках, блядь. И этот. Ну как не понравилось, а коллектив нормальный, вся херня, ну бухачи пиздец, там просто спится, блядь, на работе и все. И зарплата там была не впечатляющая, была слесарем, блядь, устроился. Такое, это уже было, устроился скорее от безвыходности, скажем так. На меня смотрим, домансуем и делаем свою двухфоточку. Куда это? Законную. Еще и этого переподжечь, как вы понимаете, потом будет этим заниматься. Вот, хорошо. Подожди. Посмотрите на это. Эти я молотком наследил. Но я, блядь, вижу, что что-то последнее время что-то произошло. По крайней мере, для меня, с вами, что-то произошло. Они, видимо, стали заходить так, как должны были заходить. Просто до этого они так должны были не заходили, поэтому я все время охуевал. У нас поражение, ну ладно, просто. У нас поражение, у меня 200, да, это такое дело. Я надеюсь, что 200. Я тут просто вот, чтоб Леста понимала, они должны, если хотят меня понять, как я мыслю, они могут посмотреть мои стримы и послушать, что я не говорил. Пока не весь мой хейт послушать, не обращать там внимания на маты, а послушать, блядь, там. Короче, вникнуть в расклад, что я их просто так не хуесосил тут никогда, блядь. Я их всегда, когда тут хуесосил, у меня на это были причины. И они из тех, кто просто так берет и хуесосит. То очевидный какой-то ВПР, когда у меня вообще корабли не поджигает, блядь. То еще что-то, то их неправки, блядь, вот эти постоянные. Ни о чем. Я их просто так хуесосил, и тут тогда меня, наверное, можно было каким-то хейтером назвать. Может, я их просто так не хуесосил. По крайней мере, я для себя считаю так, не знаю, как там считают они. Хотя ну тут нереально, ребят. Долго пить этого Владика. Ой, два подлога. Ну, 500 попаданий, 19 подлогов. В принципе, неплохо. У меня что-то на поджог, наверное, стоит. Вверх, как я понимаю. По идее, так и должно заходить. По мне вот так вот примерно заходят поджоги, как я сейчас даю, типа я последний. Пару дней. Ой, блядь. Я думаю, что он умрет. Хорошо. Не, ну еще можно на самом деле даже потянуть, да, ребят? Был уже тут один бой с Тащиловым, затащили бой там. Еще и крокешка получился. И тут тоже есть шанс, если я разберу вустера, в чем я, конечно, не уверен. Это уже мало.
принципе, по очкам все терпимо. Да не, Андрюха, потянем, я думаю. У нас он есть точка, сейчас Юпланд может заехать на Б, заблокировать. Ну, правда, генов ловлю. Сейчас даже нету смысла стреляться. Если я начну стреляться, я замашку не нанесу. Надо ехать впритык, да, ребят? Их вариантов нету. Да не, сразу Е400К. Даже на 300 мечтать, наверное, не стоит. Помнишь, хп он 20к каких-то. Еще один падает. Даже не знаю, смогу ли я ему притык как-то забрать. Если бы он врезался сейчас в остров. Надо еще ближе подъезжать, ребята, это пока сильно далеко. Ладно, пробую уже, блин, позже. Сейчас броник, ему что-то настучит по-быстрому, блядь, хорошенько. И вот там вот это еще авик вертит, он там немножечко сейчас дезориентирован. Два патрона, вы видели сразу, там, наверное, да. Лето меня придобрить решила. Вы видели этот расклад? Я что, я объективный человек, я все вижу, что в последнее время подзор. Если бы они еще реализовали мои слова, может быть, даже бы. Не бы этот. Короче, хотя бы закончилось падение онлайна. Хотя бы. Но то, что они все сами создали такую ситуацию, где им придется как бы сделать плохо для, по крайней мере, части скилловиков на авиках, ну это они ее сами создали. Теперь им самим и надо выпутываться вплоть до того, что, не знаю, компенсации им хай дают. А тебе я о 300-очке уже размечтался, я вам серьезно говорю. Ну, за 300-очкой, конечно, надо ехать к авику, да? За авика тут 300 не будет никак. Вроде бой еще какое-то время будет длиться. Правда, авик на том фланге, как я понимаю. Попадал. Он там как-то встал, непонятно. Вообще не встал, а едет, я вообще не покупаю, ребят. Ой, хорошо, хорошо. Поджоги, все, то финальный, надо на тот план подвигаться. Надо наши падают, к сожалению. Все-таки, видимо, никак. Там же он еще и бустер и Москва есть. Ну, крокешка, может быть, и будет, если его Павик не добьет. Павик добьет, да? Не, ну добил крокешка, второй крокешка, ребят. Голая косичка. Второй крокешка, ну, потащить не. Потащить красиво. 570 косарей. 300-очку сделать уже. Проиграли, то понятно. Проиграли 100 пудово. Тут полторы минуты. 300-ки не будет. Не все сильно далеко. Да Юрий Мамонтов, ты опять не о том. Я тебе говорю про баланс по скиллу по командам, а ты мне, блядь, про баланс по скиллу по игрокам, блядь. Почему тут баланс по скиллу по игрокам вообще? Раси он светится. Алекс далеко. Вот, он начал убежать, очень жаль, потому что я столько дистанции каких-то. Как за минуту с него 30к как-то надергать. Фантастически. А если же я сейчас буду, блядь, так ехать всем... Всем бортом стрелять, то он отсветит. Не, не надергать с него уже 30к, ребят. У меня сбоя. Баллистика мне, как видите, не позволяет этого тоже. Он там типа вертится, блядь, профили, да? 280, блядь, то неплохо. За чуть-чуть не добил. А тех я уже забил давно, чего-то.
поточнее, конечно, стрелял. Чуть-чуть не хватило, ребят. Олай, косик, чуточка, бля. Почти 300. Вечером 12 тысяч. Андрюха, я не удивляюсь. Не удивляюсь, потому что, ну, ребят, 300к, блядь, 300к, голые косики, давно не было этого, блядь. Прилетел, видимо, последнюю секунду залп, ребят. Голые косики, 300 косарей, кракен, мы, конечно, проиграли, но я сражался, блядь, как лев, ребят. Давно такого не было.